Здравствуйте. Как ваши дела? В общем, да. У нас будет стрим сегодня. Только я не знаю, почему именно. Надо бы определяться. Короче, наверное, не знаю. Чё-то я сегодня совсем устал. Привет, браги. Неделька почему-то была очень тяжелой, и пятница сегодня была просто ушатывающая, просто. Это как в игре делают тебе хедшот, и ты такой. Только вышел из глаза, сразу назад падаешь. То же самое было сегодня в пятницу. Ну ладно, может, скачаемся сегодня. Ладно. В общем, хотел обсудить такую шнягу. В Твиче включили какую-то фигню под названием Extension Manager. Короче, он Extension Manager позволяет нам запускать прямо на трансляции какие-то, добавлять какие-то расширения прямо на стрим. Вот, и расширений на старте довольно-таки много. Я хотел бы некоторые из них с вами сейчас тут, прямо здесь RS смотреть. Skyrim, да, я сама оригинальность. Ну, кстати, Skyrim-то у меня установлен. Надо посмотреть. Если соберемся в Skyrim, то надо, чтобы он был в боевой готовности. Skyrim, где же ты? Как дела у тебя, браги? Ты, наверное, совсем заскучал без Зихири, да? Не завтра на смены с выходных. Да ладно, блин. Как ж так, браги? Подстава. Значит, надо сегодня пораньше лечь спать. Чтобы завтра на смену заступить в полном здравии и в полном порядке. Где, блин, Skyrim? Мать его, за одно место. Вот он, да, установлен. Гречку ем. Правильно. Молодец. Когда кушаешь гречку, это хорошо. Помню, когда в 10-м году мучился год в наших вооруженных силах. Нигде, короче, гречки не было, она была почему-то дефицитной. Вот. А нас в столовке, короче, закармливали прям по полной программе. Можно было даже добавку попросить. Обожаю гречку. Кстати, я тоже сегодня гречку ел. Мир — это какая-то программа, и везде все прописано. От нас ничего не зависит. Ладно, в общем, всякие приложения. Короче, доступные расширения на данный момент. Gear on Amazon. Show your favorite products and earn revenue from sales with Gear on Amazon. Partners and affiliates can enroll today. Какая-то странная, непонятная штука для Амазона. Ну, насколько я знаю, Amazon выкупил же Twitch, да? Вот, официально Twitch принадлежит Амазону. И, конечно же, они не могли пройти мимо такой шняги. Покажите свои любимые продукты и получите доход от продаж. Короче, у меня есть аккаунт на Амазоне. Я добавляю туда всякую хрень, бросаю в избранное там, типа, любимые продукты, то, что я купил, то, что я хочу купить. Вот, и они высвечиваются где-то на стриме. Вы видите, тыкая на них, переходя по этим ссылкам и покупая, вы, типа, меня поддерживаете, Twitch поддерживаете. В общем, все получают процент с этого, кроме вас. Короче, такая же фигня, как с этим. Как он называется? Когда играешь в игру, а внизу высвечивается, короче, ссылочка на магазин с этой игрой. И переходя по этой ссылке, я и Twitch получают с этого процент. А вот Дэймон, здравствуйте, мистер Дэймон, как ваши дела? Шторм. Выспишься. Так, кстати, надо таймер запустить. С небольшим опозданием, но мы его запустили. Блин, думал, главное, вывел окно отдельно, такой, запущу на начале стрима, такой, нажму кнопку уже, ну, сюда, короче, к вам. Такой, чё-то забыл, а что, не помню. Выспишься, ну смотри, какие там расширения, давай глянем. Сегодня будет такой, наверное, стрим, полупоболтай, полупоиграй что-нибудь, да как-нибудь. А пока Катакину соскучились уже, да я понимаю. Настроение просто Катакина не хочется привлекать к трансляциям. Хотя вот ты напомнил мне про него. Может быть, мы к нему сегодня обратимся. Никто не смущает. Кругом матрица. Матрица повсюду просто. Думаешь, какого фига? Столько совпадений часто происходит, что даже страшно становится. Реально.
Здравствуйте, Дэймон. В общем, это амазоновская штука Дрюка. Я, наверное, сейчас и не знаю, как я это сделаю. Введу на стрим все эти штуки Дрюки, чтобы вы их тоже видели. А то я читаю здесь сижу, а вам скука. Сейчас мы это сделаем. То вы смотрите на... Просто на окно пустое. Ну, конечно, анимированная заставка, но все же пустая. Так, не то. Где он? Вот оно. Бздынькс. Так, как бы мне это все развернуть, чтобы оно смотрелось красиво? Наверное, как-то вот так вот. Вот это было первое, короче, я так понял. Innkeeper. Interactive Heart Overlay. Engage your viewers with interactive dex overlay and card tooltips while streaming Hearthstone. Это, короче, для Hearthstone фишка. Стримишь Hearthstone и включай эту фигню, короче, твои зрители могут взаимодействовать на стриме с плеером, через который не смотрит, и как-то видеть данные твоей деки там, о картах твоих и типа того. Дела вроде идут. Это самое главное. Когда дела не идут, это очень не круто. Лидерборд. Работает через какой-то Муксе. Это как популярная платформа для стрима. Ну, в смысле, которая помогает стримерам. Я так понимаю. Reward the top 6 cheerers of all time. Month, week and sessions is few panels. Короче, вот эти чиры есть, знаете, кристальчики. Можно ими поддерживать стримера, все дела. Вот лидерборд, короче, кто круче всех. Прям на стрим можно вывести. Типа того. Smart Click Maps. Это, честно, даже не знаю, как это назвать. Даже предположить не могу, что это такое. Сейчас мы бросим его сюда. Позволяет зрителям предоставлять обратную связь, просто кликнув на видео. Ваш алгоритм показывает результаты в реальном времени в вашем потоке. Оверлей. Что? Какие? Я примерно понял смысл, а что это? Зачем это? Экс-машина. Наверное, это для игры. Экс-машина. Такая же игра есть, да? Нет. Это вообще фильм какой-то. Хотя есть вроде игра. В общем, я не знаю. Это какая-то причудина. То есть зрители могут напрямую взаимодействовать с тобой каким-то образом. TRN Destiny. Ну, это для Destiny, понятно. Streamlabs Loyalty Music Polls and Games. И вот самый главный виновник, через которого я узнал про появление всех этих причуд. Я бы сюда не залез, честно, если бы не Streamlabs, которым я иногда пользуюсь. В общем, не очень хороший. Прекрасный набор всяких тулов, оповещалок, вот это вот справа внизу, где у меня рыцарь стоит, точнее для вас это слева внизу, да, где панелька вот подписался, кто там, да, кто задонатил, вот, это чисто и через них проходит, там всякие оповещения тоже через них бросал, то есть всякие о подписках, вот эти вот анимации выскакивают, тоже все это сделано с помощью их ресурса. Так вот, теперь они ввели систему лояльности, типа как... В общем, можно будет приспособить, как я понимаю, вернуть на стромики, но не с помощью Ревла, а с помощью Streamlabs. Не знаю, мы включим, посмотрим, на что они способны. Вот. И что из этого выйдет вообще в сумме. Почему эта штука меня привлекла? Я бы ее не променял ни на что, если бы. Эту хрень можно, ею можно пользоваться напрямую. Никуда не переходя, то есть тыкая у меня на канале, прям на экране, на всякие кнопочки будут появляться, вы сможете впрямую взаимодействовать со всем этим штуками и дрюками. Your extension will not display on your page until it is activated in the extension manager. Your extension may require additional configuration before it can be activated. Ну понятно. Короче, чтобы эта херня заработала корректно, ее надо будет изначально настроить. Ну, по крайней мере, мы ее включили. Вот можно удалить, можно ее поднастроить. Кнопочки всякие. Да. Написано даже оверлей. Это отдельный оверлей будет для вас. Думаю, это будет интересно. О, Дихири. Dark Souls. Пока нет. Привет, Дихири. Как ты там отдыхаешь? Бедный браги. Один там, наверное, совсем заскучился. У меня, кстати, как-то через раз эти оповещения работают на Streamlabs. Странно, у меня бывает тоже баги, но в целом все стабильно. Я пользуюсь довольно-таки давно, практически сразу, как у меня был канал. Когда я задумался о том, как мне выводить все эти оповещения, я рыскал в интернетах в поисках хорошей основы для всего этого.
Вот, и с горем пополам где-то вот пробовал-пробовал, и Streamlabs, да, он с багами, с глюками, но он реально рабочий. И там очень много всяких интересных фишек. Самое классное, что обратившись по какому-то багу или по какой-то неработоспособности твоих причиндалов через Streamlabs, они тебе тут же очень быстро отвечают, фиксят все это, решается. То есть ждать не заходится, не приходится ждать. Помню, как-то ребята тоже донатили, а донаты проходили через Streamlabs. И у них был какой-то сбой, и я такой, блин, ребята, вот это фигня, что за фигня такая, типа обратился к ним. Они, все решаем, сейчас все сделаем, и через день все заработало. То есть это там у них, то есть не мертвый ресурс, обратная связь всегда есть. Да, в Streamlabs много всяких плюх, да, прикольных. В последнее время-то они очень много добавили. Жалко, я только подписку сделал. Подписку. Жалко, в смысле, так займись сядь как следует, замути, Дэймон. Давай. Я нормально, завтра гулять будем. Молодцы какие. Сегодня батонилась. В смысле? Как это ты батонилась? Батоны лопала. Или еще и крыски есть, две штуки. О, крыски. Не боишься их? Неработоспособность причиндалов звучит страшно. Слушай, да. Чё-то я перестарался с фразочками. Ладно, overlay просто. One stream overlay. Many interactive apps. Короче, какой-то overlay. И на нем завязано каких-то много всяких штук, дрюк. Именно от Макси. Макси. Макси, я так понял, это что-то типа как Streamlabs, только ну, сторонний этот. Сторонний, там сбоку где-то рядом сосед, короче. Live emote reactions. Вот это, кстати, интересно. Allow viewers to react by pushing emote live. Короче, я так понял, вы сможете на стриме реально эмоции как-то выводить сами мне на стрим. Это будет интересно, надо будет попробовать. Сразу ткнем, чтобы не пропустить ее. Ну, да, вот, опять же, это все настраивать надо. Master Overwatch. Это для игры Overwatch, понятно. Summoner Info. Show your viewers runes and masteries setup. Legendary Builds. Тоже игра, я так понимаю, с какой-то игрой связано. О, расписание. Layer 1. Schedule keeps your community up to date on your scheduled Twitch events displayed on their local time zone. Кстати, вот это интересно. Панель. Это вообще панель какая-то. Я не знаю, как она работает. Наверное, где-то отдельно выводится. Позволяет вашему сообществу обновляться в ваших запланированных событиях Twitch, отображаемых в их локальном часовом поясе. То есть я так понял, про часовые пояса, что указано. Я пишу время начала трансляции там 18:30 по Москве, а кто живет там, представим, в другом часовом поясе, для него отображается именно по его часовому поясу. То есть в Браге там, представим, в Зихире мой стрим не 18, не полседьмого начинается, он начинается там, представим, часов полдесятого, там полодиннадцатого, я не знаю, как там смещение. Вот я так понял, у вас будет вот этот график, время правильно выводиться, чтобы вам не приходилось это считать. Я так понимаю. Ну и плюс это удобно. Установите. Пускай висит. Pretzel Rocks. What's playing? Show that music is currently playing on your stream. А, понятно. Это, короче, фишка выводит название музыки, которую играет. Это Playgrounds. Это что-то с ней связано. Life Tracker. Popcupine's Kappa Pet. Что? Это, короче, я так понял, какой-то каппа домашнее животное. Типа того. КПП – домашнее животное, которое живет на вашем канале. Он реагирует на ваших зрителей. Развивается по мере того, как вы переходите и ложитесь спать, когда вы в автоном. Да ладно, слушай, вот это классно вообще. Надо бы такую штуку замутить. Чувствую, у меня скоро на стриме появится целая куча всякого по углам ненужного. Stream Legends, Fight Monsters, Loot Teaser, Build Your Channel's Town and Raid Together. Я так понял, это какая-то игра. Игра для зрителей, чтобы играть вместе со зрителями. То есть мы организуем с вами вот прямо сейчас в онлайне якобы какую-то там базу, лутаемся каким-то образом, наверное, и завоевываем каналы других стримеров. Не знаю.
Я никого не боюсь. Крысок, змеек и паучков обожаю. Я паучков боюсь. Я люблю их, но я их боюсь. А всех остальных тоже люблю. Батонила, значит, лежала в кроватке. Ничего себе. Фразочка, надо запомнить. У нас сдвиг на 4 часа в плюс. Как сложно мне теперь посчитать. Пол одиннадцатого, да, получается? Если пол седьмого у меня, плюс 4 часа, пол одиннадцатого выходит. Если я, как всегда, неправильно посчитал, вы меня простите, да? С математикой у меня всегда плохо. Игра Лига Legend, типа Доты. Ясно, понятно. Исаак Трекер. Какой-то это игра Исаак. Как, ну, знаете, Исаак, короче, там плачущий такой непонятный розовый тип. Вот, Лига Легенд. Destiny One. Teams by Game Wisps. Кстати, это что-то знакомое. Promote a Twitch team you belong to with the Teams. Panel extensions by Game Wisp. Что это? Что это за... Блин, я... Мимими. Я сейчас прям просто посмотрю, что это за... Кто это? Game Wisps. Features. Какая-то штука-дрюка для Твича. Что-то как где-то я про нее читал. Games Tools makes it easy to take subscriptions and engage and reward your subscribers. Короче, фишка специально для подписчиков. Для платных подписчиков, я как понял. Тоже надо будет как-нибудь с этим разобраться. Rocket League есть какой-то, Life Tracker, Match Tracker для Battlefly какого-то и для Destiny 2 Armory Overlay. Ну и пока все. Для старта, честно сказать, это довольно много всяких причиндалов, причудин всяких. Молодцы. Twitch в этом плане развивается. Он развивает интерактивность со зрителями. Классненько. 22:47. Ей! 19:45. А ты опять таймер забыл включить, или я слепыш? Таймер есть, просто его не видно из-за вот этого окошка. Вот он. Но я его запустил не сначала, кстати. Сейчас не 12 минут прошло, а намного больше. Я через 10 минут только после старта стрима запустил. Так что он будет отставать немного. Маленько. Прокачка, видимо, для зрителей. Да, вот эти большинство этих штук предназначены именно для зрителей. И это, кстати, круто. Надо будет после стримов включить Live Emote, Reactions, короче, и вот это вот Попкопайнс Капапэт. Будет у нас свой капа-тип жить и развиваться на канале. Ладно. Посмотрели новые штуки-дрюки. Тоже говорите, если что, будем вместе все это делать, настраивать. Прокач. Ладно. Так, тогда это закрываем. Не знаю, что у нас сегодня будет из игрулик, из игрушечек. Мысль есть такая. Где мой Steam? У меня есть две игры посмотреть, так скажу, заценить. И что же у нас еще есть? И на выбор будет еще что-нибудь, не знаю, определиться надо вместе. Либо Dead Cells поиграть, либо, вот как Барак предложил, Skyrim, либо Dark Souls. Надеюсь, мы с вами, господа, найдем общий язык и выберем что-то из этого более подходящее для нас. А пока я хочу посмотреть игру под названием... Точнее, посмотреть и вам показать игра под названием Containment Corpse. Я не знаю, что это и с чем это едят, но визуально это похоже на какую-то сырую альфа, бета, шмета, какую-то наработку, которая будет тяп-ляп работать. Помните, у нас была игра Alan God? Какая-то фигня же была. Здесь наверняка то же самое. Дата выхода 21 сентября. То есть она еще не вышла. В данный момент она в раннем доступе. До ее выхода осталось 12 дней. Не знаю, какая на нее цена будет. Но, как всегда, зависит несоразмерно. К слову, автором батоницы является Браги. Ого, молодец, Браги. Отлично. Ты, кстати, часто батонишься, Браги? Полезно занятие. Ого, поглядеть новинки или что там. Давай глянем, что у нас тут накопилось. Не знаю, выглядит как-то очень странно эта игрулька. Походу, это какой-то defense
Ставишь башенки. Слушайте, подожди, а я что, запустить я не могу? Нет, могу. Ставишь башенки. Мы, короче, играем от первого лица. Видим свои лапы, руки, которые натягивают лук, стреляют из бластеров. При этом мы можем разрастать всякие турели и защищаться от наступающих врагов. По-моему, подобная игра уже какая-то была. Меня в нее даже, по-моему, Тайгер и звал и поиграть. Сейчас она запустилась, но, понятное дело, у нас на стриме ничего не вылезло. Полноэкранного. Давай. Полный экран нас по полной программе. А у нас здесь Фокс Рито. Здравствуйте, мистер Фокс. Как ваши дела? Увы, в последнее время нет. О, браги, как же так? Желаю тебе побатониться на моем стриме, как следует. Завались вот так вот. И батонься. Господи. О, господи, ну тебе смайлик, Фокс. У меня просто камера, я не, хромакея не хватает, поэтому только так. Ладно, можно заходить в игру, Find Game и опции. Я сразу иду в видео настройки, ставлю все. Оно уже выставлено, как мы мечтаем. Эпик. Я извиняюсь за одну штуку, которую я не доделал. Под названием «Растяни игру на весь экран». Я всегда это забываю сделать. Вот, теперь все. Так, Max Frame Rate. В смысле 120? А как Unlimited сделать? Full Screen. Window is Full Screen. Resolution. Full HD. Apply Settings. Все применилось, да? Либо захостить игру можно, либо найти. Играть, так понял, чисто мультиплеерная. Есть Friends у нас, которая не нажимается. Видимо, еще не доделали. Так и делаю. Молодец. Ничего, вот вернусь в понедельник, наверное. Смотри, вернусь в понедельник. Наверное. То есть, Дихири еще сама не в курсе вернется и забатонится браги по полной программе. Забатониться надо будет вместе. В октябре батониться будет. О, отпуск назреваю, да, чувствую? Так, ладно, host game. Ну-ка, find game попробуем. No server found! Ну еще бы, игра еще не вышла. Мало кого исключи. Player count. Давай один для себя одного любимого. Одна карта пока доступна. Public, приват, friends only. Все воткнем. И хост. Поехали глянем эту чудо-игру. Ё-моё, вы посмотрите на эту эпичную графику. О май год. Короче, есть классы Ranger, Blazer, Specialist and Gearhead. Разные у них есть abilities. И я не знаю, выберем, наверное, кого-нибудь специалист. Рейнджера возьмем, наверное. Короче, я так понял, здесь все персонажи в игре лучники. Что это за хрень? Анимация персонажа уже и не нравится. Игра, короче, сырая до безобразия. Что это? О, у него на спине как будто значок SteelSeries. Класс Select Station. Короче, тут можно сменить класс по-шустрому, по-быстрому. Так, и что я здесь должен делать? Прекрасно. Видно, что люди немножко постарались. Но стараться им еще надо активировать Drill to Start. Надо активировать какой-то Drill для того, чтобы стартануть. Я не забьюсь? Конечно же нет. А где дрель? Где это дрил? Это ты дрил? Да. Дрил включен какой-то, и теперь что-то он там дрелит, не знаю. Господи, вы это видели? Вау. Круто. Round one. Wave one. Enemies remaining. Где эти enemy? Я слышу их, но где они? Знаешь, как сделать, чтобы в OBS не менялся размер захвата игры? Ну-ка, расскажи, Фокс. Хочу знать. О, вот они. Да, анимация, конечно, совсем деревянная. Ну ладно, на безрыбе и рак, рыба. Очень обидно, что она подлагивает.
Headshot. О, целых три достижения открыто. Ветеран, главное, чтобы открыл достижение, вы понимаете? Если ветеранская... нет! Мне так не нравится. Если после убийства второго врага открывается ветеранская ачивка, то я думаю, это был хедшот. То я думаю, это очень много говорит о игре и ее ачивментах. Чет мне... Где? Ты решил... Смотрите, ящерицы нападают! Господи! А этот быстрый! Так это мне, спасибо. В смысле, я не забрал у него кристаллы. Из них, короче, выпадают кристаллы. Возможно, это эти ящерицы с другой планеты, с этой планеты, и это их какашки, я и собираю их какашки. Я могу их тоже понять. Прилетел какой-то хрен, построил какой-то замок и тусуется здесь. Охренел совсем. Посреди их болота. Я бы тоже его убил. Попытался сломать всю эту хрень. Нездоровая какая-то хрень. Да, снайпер из меня, конечно, тот еще. Да успокойся, ящерица. Слышь. Gate C under attack. Где Gate C? А я могу их отсюда валить? Да, слушай, игра вообще изи, как я понимаю. Просто подходи и стреляй в них здесь. Какая интересная игра, ребят. Вы это видите? Я думаю, нам нужно всем ее приобрести, когда она выйдет, короче, и поиграть в эту. Это была шутка, если что. Ладно, сделаем попытку что-то изобразить. Почему эта вода мне вредит? Она кислотная, что ли? Как Добби свободен, правда, только на 2 недельки. Ну, все мы. То на месяц, кто на 2 недельки свободен. Когда я уже скончаюсь, а? Блин, как медленно я умираю, ну ё-моё! Слушай, может дать им прорваться разок, а? А то как-то скучно. Где-то один враг остался, он ломает мне ворота. Давайте посмотрим, что он с ними сделает. Воу-воу-воу, нетсген полегче, да я сам в шоке. Дэймон, ты видел, какой здесь нетсген еще? Просто аж глаза на потолок вылазят. Потом расскажу. Зачем предлагал тогда? Игра может закончиться на моменте. Не смог пройти в дверь из-за лука в руках. Да. Такое вполне возможно. Так, и что будет, когда он сломает мне? Вот такими вот движениями эти плазменные щит ворота. Короче, не хватает. Чего же, Дэймон? Прорвался, нет! Тиранозавр! No! Это я хотел присесть. Я думаю, мы увидели достаточно, чтобы больше к этому никогда не возвращаться. По крайней мере, пока они не доведут это до чего-то более вменяемого. Жаль, нет таблички сарказм. Надо будет добавить. Я не предлагал, я спросил. Фокс. Как мне тебя понимать, скажи? Ты пишешь. Знаешь, как, чтобы сделать ВС не менялся размер захвата? То есть, типа, давай-ка я тебе расскажу. Вот так я это воспринял. Так, и дальше у нас будет следующий хрен знает что. Я не могу это по-другому назвать. Это называется Pain Train 2. Какое-то мясо. Там есть скины на пушках, это самое главное. Там есть какие-то непонятные клоуны, пиф-паф, и все умирают. И стоит это 170 русских рублей. Вот, и давайте мы попробуем в это вот сыграть. Игра сделана на Unity. Фантастическая графика у нас сейчас здесь будет. Готовьтесь. Фантастическая графика. Так. Музыка-то есть, а вот игры на стриме нет. Ладно, сделаем по-другому.
Pain Train. Знаете, что я вам хочу сказать? Игра не выводится в OBS. Вообще не выводится. Никак. Не знаю, как это еще сделать. Нет, подождите, я знаю. Мы сейчас запустим ее в окне. Попробуем захватить именно окно, а не full game захватывать. Что, и так не заработает? Да ладно. Она не захватывается. What the hell? Сдулся динозаврик. Походу, лучше в Painkiller. Нет у меня Painkiller вроде бы. Короче, вот и весь Pain Train. Вы посмотрели на черный параллелепипед здесь. И это все. Вот вам и игра. Да. Но, к слову, чтобы полностью понять, что это должно было бы быть, вот вам ссылочка в Steam. Не знаю, я хотел это на стриме вам постреляться, показать, но игра не захотела. Я пытался, и вы видели. Самое шедевральное, что мы сделали, переночевали с открытой дверью, забыли закрыться на замок. Чуть сейчас не повторил опыт вчерашнего дня. Ребята, как же так? Как же что? Надо быть повнимательнее. Ладно. Ладно. Что у нас здесь есть? Короче, всякая лабуда, которую я хотел показать, закончилась. Осталось теперь просто решить, что же теперь мы будем делать оставшееся время на стриме. Ух ты ж, ёж. Да там вообще какое-то мясо такое непонятное. Малею сейчас содрали. Да-да-да. Сволочи те еще. Короче, сейчас. Установленное, что у нас есть. У нас есть Observer. По желанию мы можем заобзервиться. У нас есть Dishonored. Dishonored. Можно его попроходить. И есть Dark Souls. Наш любимый и наш припекающий. Вот. У нас есть Dead Cells. Двухмерный Dark Souls, по сути. Но более быстрый. Более мясной. Songbringer. Тот скучный бродилкин. Elder Scrolls у нас есть. И все, наверное. Это все, что у нас сегодня есть. А чего самому нравится? Нет. Мне нравится все. А вот вас помочь прошу. Короче, нафиг вот этот Pain Train даже удалю прямо сейчас здесь. Containment Corps тоже прощай. Что завалялось еще? Да, больше ничего нет. Demon Channel теперь владеет игрой Contrast. Где-то у кого-то я слышал про эту игру. И... говорят, классно. Когда будешь стримить от Demon? А будешь ли? Сейчас лайк поставим здесь. Что, ни у кого никаких предложений нет? Ай-яй-яй. Как же так? Как же нам... определиться-то теперь. О, буду. Хорошо. Если смогу, я обязательно к тебе заскочу. Но ничего точно обещать не буду. Ты знаешь, как это бывает. То скажу, типа, когда-нибудь приду. И когда-нибудь я все-таки захожу в итоге. Пока у меня моя костылевание. Сколько у тебя этих костылеваний, Деймон? Ты там прям вот весь в них погряз с головой в этих костылеваниях. А чё у тебя так на стриме-то темно было на камере? Твое лицо было видно, когда в игре что-то светлое появлялось, монитор светил тебе на лицо, и только тогда тебя было видно. Это чтобы никому-то не мешать, ты без света или ты стесняешься? Амнезия тут нарисовалась. Да, амнезия хорошо. Тут.
Кстати, далеко прошел в амнезии? Может, в амнезию скачать? Блин, я не знаю. Главное, я тут спрашиваю, и никто ничего мне не подсказывает. Ну, чем мы будем играть-то, господа товарищи? Я сейчас Dead Cells запущу какой-нибудь и заставлю вас всех его смотреть. Сняется, наверное. Ты же кому-то хотел пиксели показать. Пиксели? Какие пиксели, Фокс? Децеловские пиксели? Ну, можно их посмотреть, давай их посмотрим. Я только за. Так, сейчас тогда мы заголовок на стриме сменим. Твич. Наш Твич. Меня вот на Твиче раздражает, когда заходишь на главную страницу, включается чей-то стрим, который я не хочу слышать, не хочу видеть. И он начинает там ла-ла-ла-ла-ла-ла, что-то там стрим какой-то идет. Зачем так делать? Притом я где-то в настройках это выключал, что на начальной странице у видео либо не будет звука, либо оно не будет запускаться. До первого монстра. А, я помню, ты в шкафу еще прятался, он тебя схавал там. Дед сел. Хорошо. Да, значит, будет дед сел. Дед сел. Бедный дед. Так, все. Решено. Будет у нас и дед сел. А чё, Скайрима нет? Скайрим есть, но под него настроение ж нужно. Сейчас, секунду. Мы можем немножко сейчас Dead Cells поиграть, потом в Скайрим никто нам не запрещает. Или кто-то баньки собрался. Так рано. Ай-яй-яй. Который кривомордный. Да-да-да. Кривомордый, кривопопый. Сейчас. Так, игра у нас в окне. Вроде бы. О, отлично. Вроде на весь экран развернулось. Русский язык добавили. Притом есть воркшоп теперь у игры. Вот. Есть какие-то... Так. Who's your daily? Добавили, короче, фишку... Короче, недельные задания какие-то. Мы продолжим чисто свой собственный забег. Список лидеров ежедневного забега. Не знаю, что это значит, но... Камера заключенных. Нет, мы продолжим. Я не помню, где я остановился. Я в нее тут поигрывал недавно. Ее очень даже неплохо обновили. А я сдох. Понятно. Вот где остановился. Так, ну, найден секрет. Это какие-то бредовые секреты. Я не понимаю, зачем их тут складывать. Возможно, когда прокачается фишка, связанная с тем, какой лут вначале резается, эти предметы будут меняться. Возможно. Ну, сколько у нас все на открыто, главное теперь все это найти на уровнях будет. Так, вторая причиндалина. Пускай это будет лук, наверное. Ну, такой типа добавили. А вот это как раз тот самый дейли. В него зайдешь, там, короче, на время надо успеть пробежать весь уровень, убить как можно больше монстров, подобрать побольше прокачек и добраться до босса. И также быстро его убить за выделенные там 2 минуты. Слишком мясной, я пока не могу в такое. Печаль всю. Сейчас прямо уйду спать. Ну вот, бедная Зихири. Не угодил на строма. Дед, наверное, дед был. Теперь дед Селс. Одни деды. Так, а вот эту дверь-то можно открыть, нет? Нет. Я не знаю, от чего зависит открывание этой двери. Возможно, как-то прокачаться нужно. А вот эту фигню я за все время, пока играл в Dead Cells, прошел всего один раз. Очень сложная хрень. Но попробуем. Новое испытание. Убейте всех врагов и доберитесь до выхода, не получив урона. За минуту 50 секунд. Это будет сейчас припекающе. Чё, слишком много причиндалов сегодня. Заело у меня это слово, браги. Чё-то я не знаю. Убивать всех врагов, конечно, я не смогу. Мне конец. Да. Это была ошибка. Дверь была запечатана. Ну ладно. Зато парня вон раздавили просто.
Она иногда подлагивает, и при том я не знаю, от чего это зависит. Ау. Возможно, мой ПК уже с такими даже играми не справляется. Опаньки. Сколько мы денег-то набрали? Так, что мы качаем? Наверное, здоровье надо поначалу вкачивать, потом будем силу качать. Враги поначалу очень простые, и с ними справляться одно удовольствие. Тут стоят они беззащитные такие, главное уклоняясь от их атак. Но со временем их станет очень много. И игра уже не будет казаться настолько простой. А, блин! Так не пойдет. Во! Шиш-кебаб. Отлично. Подкрепиться-то нужно. В плане вот подобного рода игр, это на данный момент для меня самая любимая игра. Она очень быстрая, она очень подвижная, она не заставляет тебя скучать. Открой, возьмем этот меч вместо ржавого. 1000 монеток потеряли. Ну что ж, мы не зря собирали это золото. Все эти денежки. О, магаз. Здесь можно вот купить всякие тоже ништяки, так сказать. Перекат воспламеняет землю на 30 секунды. За 3600 можно взять. Давайте будем брать. Что ж, мы зря таскаем все это с собой. Так, что здесь еще? Запускает две ловушки, которые сковывают врагов на 6,5 секунд. Увеличивает весь получаемый врагами урон на 35%. Еле выговорил. Поджигает землю вокруг ваших врагов, нанося 22 урона в течение 3 секунд. Да. Вот и прокачались маленько. А вот эта штука очень полезная. А мне придется выкинуть амулет. Да и к черту амулет. Это сердце позволяет при смерти возродиться заново, не потеряв ни души, ничего вообще. Фига. Эту дверь можно постучать? А я не знал. Нормально. Такс. Мне эта игра напоминает вот эту игру. Slain Black from Hell. Такс, теперь мне... А мне теперь, Дэймон, интересно, что же за игру ты нам назвал. Дай-ка... Попробую найти ее. Такс. Где магаз? Ну-ка. Фига, а я такой игры не видел. Фига, Дэймон. Главное, у меня стоит здесь неинтересно. Я выбираю неинтересно, добавляю добавить в список желаемого. Слушай, прикольненько. Ну, я понимаю, почему она тебе приглянулась. Но она реально похожа на какое-то костылевание. Ну, и все в этом роде. Будет классно. Он может в оборотня какого-то превратиться. Ладно. Будет время, будет возможность. Мы ее попробуем. Спасибо, Дэймон. Графика похожа, только вот механика другая. И меч у нас. Еще один меч. Зря покупали. Надо было сначала пройти до конца. Фига себе он мощный. 304 урона против 114. Короче, так сказать, деньги мы просрали зря. В итоге амулет выбросили, сердце взяли, да? Так, стой! Стойте! Тщательно сбалансировано, чтобы последовательно наносить быстрые удары. Наносимый урон 2 раза больше. Получаемый урон тоже в 2 раза больше. То есть, бьешь ты сильнее в 2 раза, и тебе леща дают также в 2 раза мощнее. Ну, посмотрим, что у нас из этого выйдет. Умирать будем в 2 раза быстрее, и убивать будем в 2 раза быстрее. Звучит интересно. Куда собрался? Так, здесь не пройти. О, блин, тут оружие просто как мусор. Где он? Так, а вы что можете? Наносит критический удар на каждое 3-е удачное попадание. К черту. Мы их перерабатываем. Кстати, блин... А, ладно. Хотя, если у меня получится.
Короче, все предметы, которые ты не используешь, а оставляешь, бросаешь, их можно перерабатывать в золото. Есть такая прокачка. Деньги нам пригодятся. Мы ведь дофига потратили. Что-то там 8 штук потратили, да? Давайте все это дело, чтобы не пропадало зря, хоть какой-то процент себе вернем. Вот 550 золота. Стоило 3600, а вернули себе, получается, 550. Нормально. Это лучше, чем ничего. Так, подожди. А выше можно? И выше можно. Я вот думаю, что будет, Браги, если я приеду не такой длинноволосый, как уезжала. Я думаю, во-первых, он будет шокирован. И куда это меня принесло? А-а-а, это крематорий. Очень сложная локация. Тут даже написано, смотрите, что. Осторожно! Пожалуйста, не пытайтесь воспользоваться этим путем без надлежащей подготовки. Вас предупредили. Вы рискуете преждевременно погибнуть. Окей. Я реально ходил в эту локацию. И там очень жестко. Прям вообще жесткач. Там враги просто в мясо тебя стирают, растирают. И даже никакой пощады просто. У меня зелененький. Кто? Под Брюса давай. Или продижи. Фига. А ты готов к такому, Браги? Сам-то. А ты сейчас напредлагаешь и такой... О, нет! Это было больно. Теперь обычный монстрик наносит так много урона. А здесь ничего? В общем, надо быть теперь повнимательнее с всякими попаданиями по жопе. Ну и умирают они в два раза быстрее. Это хорошо. О, вот и поели. Закусон. Токсичные коллекторы. По-моему, я тут еще ни разу не был. После последних обновлений. Да. Ну-ка. Здесь мы можем тратить свои души накопленные. Точнее, не души, а клетки. Прям как Dark Souls. Ладно, куда нам их, так сказать, просрать? Ням-ням-ням. Дофига всего здесь. Будем качать себе переработку номер 2, чтобы получать больше денег с переработанных предметов. В смысле? А, вон как. Здесь мы можем наполнить, так сказать, местным эстусом свою фляжку. Подлечиться и идти дальше. Такие крысы забавные, пиксельные. О боже, мы будем отлично смотреться вместе. Да, здесь не было. What's funky smell? Ачивмент открыт. Я ко всему готов. Держись, Браги. Молодцом. Эта локация всегда была довольно-таки сложной для меня, поэтому я даже сейчас, после обновлений, игра стала еще сложнее. Я, честно сказать, не знаю, что от нее сейчас ждать. Но пока все нормально. Терпимо, так сказать. Обычно эти скорпионы куда более агрессивные. Опаньки, вот они. Оказывается, они ядовитой херней когда могут бросаться. Так, здесь никак не проскочить. Не, никак, тупик. Ладно. Гори в аду, ублюдок. Ух ты, киш-кебаб. И мне его некуда засунуть, точнее съесть. Ну, меч хорош, реально. Главное, не позволяет врагу тебя ударить. Так, а вот эта дверь, она открывается по времени. Была запечатана 3 минуты назад. Если бы мы 3,5 минуты здесь назад оказались, мы смогли бы пройти через эту дверь. А там дофига ништяков. Я за все время игры в Dead Cells всего один раз бывал за такой дверью. Всего один раз. Ну, может, 2 максимум, просто не помню. А-а-а!
Сволочь, попал! Кто ж так делает? Так, а ты там почему живой остался, а? Так, вроде бы здесь все. Так, здесь. О! Так, 200 золота лишними никогда не будут. Кстати, где наш шишкебаб? Кишкебаб, как его там? Это мы заберем. Ага. О, как я ненавижу этих слизняков. Они, короче, то ли бросаются, то ли когда умирают, взрываются какими-то бомбами, я не знаю. Надеюсь, вас фриками называть не будут. Хорошо, когда фриками называют, нет? Эй, смотрите, какие интересные, какие фрики. Гори, 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 гори. А, вот оно. Когда он взрывается, из него выпадают яйца, которые в итоге потом бабахают. Вау! Вау! Парень не очень метким оказался. К его несчастью. Так, и снова уровень. Умри или пройди. Точнее, пройди, ни разу не погибай. Или вообще не пройдешь никогда. В общем, твой персик вместо того, чтобы открывать двери, ломать двери. Ну, мне так Дихири нравится. Я очень, наконец, спокойно анимация открывания дверей. Куда круче, когда ты ее вышибаешь нафиг эту дверь. А если там враг стоит, то он такой, его прям ошеломляет. Согласен. Вот. Попробуем. Две, о, тебе будет посложнее. О, тебе будет тяжко. О, блин, и она до меня дотронулась, и все. Вот. Не хватило мне ловкости. Сколько она жизни у меня забрала? Она офигела, что совсем. Так нечестно. Воу, это было so close. Очень нравится мне эта атака сверху. Наступил на врага, и ему каранты. Это мы заберем, спасибо. Давай, come on. Thanks. Кари в аду, ублюдок. О, нет! О, нет! Вау! Это было очень близко, это было очень близко. Горите в аду. Как же их здесь много. Вот это вот из разряда, когда прижму так, что потом хрен выберешься. Так, я сюда пришел, походу. Ощущение, что эта локация прямолинейная. Обычно они нелинейные. То есть можно различными путями пройти и забрести во всякие закутки непонятные. Вот, например, в такие. Такие вот лепешки жидкостные или грязевые, они недоступны изначально. Нужно убивать боссов. И, о, старые коллекторы. Можно в старые коллекторы сходить. Решайте, господа. Вот, а можно пойти куда-нибудь еще прогуляться по этой локации. Так, а куда меня переместили? Что я здесь найду? Что-то полезное, что-то хорошее? Угу, червяка нашел, прекрасно. Его-то мне как раз и не хватало. Йо, нет, ноу! Короче, там был элитный враг, который... изначально силен, а когда ты ему наносишь 50% жизни снимаешь, он разрастается в два раза больше и становится еще сильнее. И потом начать к тебе телепортироваться. О, правильно. Червяк решил свалить нафиг. О, правильно.
О, нет! Он меня почти убил. Реально. Ну его нахрен, честно. Вот я не буду с ним больше связываться. Уф. Готово. Блин, а он силен. О, нет! Что это такое? Что это за хрень? Из меня души все вылетели. Потом вернулись обратно. Я разбился насмерть и сработало вот это сердце возрождения. Блин, жопа какая. Почему голубая колбаска мне бычий цепи напоминает? Или миногу? Колбаска. Она реально напоминает. Видимо, они родственники Дзихири. Я кота слышу на заднем плане или ребенка. Кто у тебя там плачет? Никого нет. Правда, никого. Ни того, ни другого. Так, что, здесь не мог подняться? Да ладно. Короче, нафиг этих элитных. Вот эта летучая мышь очень обидная. О, кстати, до крематория добрались другим путем, да? Видишь, цивилизованно открывает дверь. Крематорий. Ну, крематорий — это задница. Я думаю, мы пойдем в старые коллекторы. Надеюсь, мы дойдем до них все-таки. Да, и скорее всего, это реально соседи. Кто же это еще могут быть? Ладно, мне надо найти выход из этой локации. Где-то недалеко, вот он. Старые коллекторы, они не такие стрёмные, не такие жесткие, как крематорий. Крематорий мы попозже сходим, когда прокачаемся, и у нас будет офигенный меч, офигенные бомбы всякие, ловушки, игрушки. Так, сдадим сейчас наши души. Куда я их выносил? Я качал эту фигню по переработке ненужного лута. Отлично. Катакин плачет. Не хотят его играть. Прямо уговаривайте меня, я смотрю, да? Сколько у нас времени? Сейчас еще где-то... Сколько? Ну все, наверное, сейчас мы до старых коллекторов дойдем. Там поместимся маленько и переберемся в катакина. Раз так, так хотите. Так-то да, соседи они такие. О, и тут я не был. Прекрасно. А тут враги посильнее, кстати. Чувствуется. Сюда могу зайти? Не. У-у-у, денежки. О, я забыл. Короче, тут обитают грибы, которые бросают какие-то споры, то ли молнии, создавая под ногами вот такой трэш с шипами. Опаньки. Чё-то я разбил, кажется. Такс. Кислоту упал. Чёрт. Бычьи цепи, не эти дурацкие. Так, здесь что? О, за этой дверью находится мини-босс. С ним я не очень хочу встревать, но если реально его победить, то это будет охрененно. Мы столько лута замутим себе. Как раз хватает, любой враг, коснувшийся вас, замораживается. Кстати, хорошая вещь, мне нравится. А это? Плюс один к навыкам, плюс 100 урона по горящей цели. А нам есть чем их поджигать. Ну не знаю, слишком слабые клинки. Они быстрее, чем один меч, но слабые. А граната нам пригодилась бы. А вот амулет прекрасен. Это амулет возьмем. Попробуем так. И денег у нас вообще не осталось. Нет золота? Нет товаров! Ну что, попытка не пытка. Да не, я просто к теме о звуке.
Сабзира станешь заморозкой. Да. Эй, откройте. Мне конец. Пускай горит в аду. И вот видишь, короче, очень опасный моб. Он вызывает себе еще маленького напарника. Да, долго я буду ее так месить. И вот я сделал из нее охрененную трешовину, с которой я даже не знаю теперь, как справиться. А, нет! Блин! Чуть-чуть же осталось сейчас сжечь. Прямо чуть-чуть. А, блин! Ох ты ж, блин. О, да, детка, мы ее сделали. Е-я! Получили щит 6-го уровня. Наверное, все-таки возьмем его вместо вот этого огненного причиндала. Причиндала. И все-таки надо подлечиться, я думаю. Сложная хрень. Но обычно они куда посложнее. Этот в этот раз казался почему-то вообще такой ненапряжник. Так, здесь магаз. Сюда нам не надо. Вот эта тетка с щитом, или это мужик с щитом, я не знаю. Я все время думал, что это девушка. Она такая, не очень опасная. Э, слышь? А, мразь, нет! Как он меня укусил больно. Блин, нет, живи, живи! Какие ж долбанные вы черви вообще. Фу, блин, противные. Я ненавижу этих червей, они такие мрази вообще. Самое главное, махать рядом с врагом мечом и не попадать по нему. А, не! Фига какой! Опасный оказался тип. Слушай, а черви-то вот эти не умирают? Сколько мне пришлось 3 прыжка сделать, чтобы убить их? Тут все зомби создают после своей смерти каких-то червяков, блин. О, нет! Goddammit! Прыгай! А, слава тебе, Господи. Самое обидное, что враги своими атаками не ранят своих собственных, там, этих оппонентов. Это немного расстраивает. Get off. А как здесь? Ага. Куда-то эта дорога нас точно приведет. Мне кажется, после Dark Souls тебе любой противник не страшен. Страшно еще как. Просто мне кажется, эта игра чуть попроще, чем Dark Souls. Dark Souls, он такой более размеренный. О, бомба, наконец-то! Замораживающая бомба, отлично. А то я совсем заскучал без всяких взрывчаток. О, нет! Вау! Мне конец, мне конец. Вау! Это было больно. Это было очень больно. Фуа! Блин, я забыл про этот долбанный гриб. А!
Вроде ничего не произошло такого сверхъестественного, но я сдох. Черт. Ну ладно. Катакин ждет нас. Так, сколько у нас времени? Вроде хватает. Так. Плюс, кстати, мне тут бета-тест перепал один. Одной игры новой, которой еще нигде вроде бы как нет, но скоро она снесется. Вроде так. Так. Dead Cells. Dead Cells, ты вырубаться будешь? Нет. А зачем? Ну ладно. Короче, игра называется The Amazing Eternals. От разработчиков Warframe, если кто знает, там космические какие-то кооперативные проходилки. Чем-то отдаленно напоминает Borderlands. И сделан на основе игры... Все не забываю, как это называется. Блин, наверное, сейчас я не вспомню. Короче, игра сдохла. Да, закрыть программу, прощай. Amazing Eternals. Ее разработчики сделали Warframe, а Warframe вытек из такой игры, как... А, где же она у меня была? Dark Sector. Если кто помнит, очень старая игрушка такая была, Dark Sector. Там еще у парня было главное оружие, это... Как она называется? Глифа. Такая раскладная, трехзубчатая бумеранга какая-то. Вот. Ладно. В общем, советую присмотреться к такой, к этой игре Amazing Eternals. Это смесь шутера от командного шутера от первого лица. С захватом. Основная тема — это захват точек. Возможно, дальше будет больше режимов. При этом она сливается с какой-то внутренней карточной игрой. И я не знаю, я поиграл всего один раз, толком ничего не понял, но эти карточки дают тебе способности. Эти карточки можно там... То есть там можно тоже компоновать как Hearthstone какие-то деки, и как-то рандомно, когда ты сражаешься, тебе выпадает возможность использовать эти карты. Что-то в этом роде. Dark Sector, помнишь? Я его так и не прошел. Я немножко отвлекся. Игра хорошая. Потом я узнал, куда подались разработчики от Warframe. Потом в Warframe зависал, очень долго играл. Сейчас даже не знаю, смогу его найти в Warframe у себя в таблице. Сколько там часов? Наверное, часов 600 наиграл точно. Ладно, что хотел сделать-то? А, мне нужен Twitch и поменять заголовок на стриме. Так. Information panel. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. И скорее, давно мы там не были. Даже не знаю, на чем мы остановились. Вот так вот. Все. Обновились и запускаем. Вот это Amazing Eternals, я бы вам показал бы ее, но я не знаю, если как это эмбарго, вот эти запреты, разрешения работают. Можно ли стримить и создавать видео на основе этой игры, я не знаю. Поэтому пока ничего не могу сказать. Ладно, Катакин ждет нас. Ничего про игры не... Знаю, который ты назвал. Ничего про игры не знаю, которые ты назвал. Как я назвал? Amazing Eternal. Dark Sector, наверное. Но это все такие, знаешь, с видом от третьего лица. Warframe тоже с видом от третьего лица. Она бесплатная, кстати. Кто любит побегать в кооперативе, помесить компьютерных мобов, это вариант на какое-то время. Конечно, основа игры заточена на донат, но в целом все предметы, которые можно купить за донат, вы можете получить в игре самостоятельно. Если игра будет очень тихой, ребят, вы мне напишите. Мы сделаем ее погромче. В этом проблемы нет. Окей.
А почему я не вижу игру в OBS? Так, игра, дай-ка мне, пожалуйста, OBS. Спасибо. Полноэкранного, полноэкранного. И... Skyrim! А вот и наш Skyrim. О, я помню, здесь было очень странное управление. Меч клинков. Я вообще забыл, где мы, что мы. По-моему, мы отправились в какое-то подземелье забирать какие-то книги для того орка из библиотеки. По-моему, так. Освободили вампиров, которые перемесили, ну или попытались замесить каких-то там уродов. Да, я тоже слышу, это мурмяу какой-то. Скорее всего, соседская. Это все подлые имперцы. Да! Подлые имперцы. О. Кто же ты? Друг или враг мой? Нет. Короче, мы сейчас прокрадемся. Насколько я знаю, вот эти клетки можно открывать. И выпустить из них этих собак, волков или кто там. Но при этом этот волк в итоге потом и на тебя тоже может напасть. Но так как у нас есть сохранение, я думаю, стоит рискнуть. Там несколько волков, кстати. Вперед из песни, господа. Рвите на части этого ублюдка. Сегодня ОБС как никогда вредная. Угу. Чересчур вообще вредина. До рычага не добежал. До какого рычага? Ты пошел в крепость, сбегал от великана и двух драконов, и они маги злые. Спасибо. Этот волк на тебя нападет. Я знаю. В смысле, это волки не для него, а для меня, да? Тогда нужно нажать рычаг обратно. Вас заметили. Меня волки заметили. Такие, ах ты ж падла! Ах ты ж сволочь, ты закрыл ворота! Попробуем подкрасться к этому типу и наказать его. Прямо в спину. Yes! You're dead! 6-кратный урон. Зачем? Кто ты такой? Да кто они? Кто ты такой? Кармана кража. Орторн. А, я, кстати, припоминаю этого чувака, он вроде неплохой. О, правда, мне не нужна твоя помощь. А теперь говори, где? Да. Угу. Мечтай. А мне-то что? Правильно сделал? Нет. Так, будет проще, если ты не будешь путаться под ногами. Если ты сейчас не уберешься, я тебя своими руками убью. Ты прав, помоги мне. Как думаете, оставить его или нет? Будет ли от него какой-то толк, смысл? Ага, да, сволочь, товарищ, я вспомнил его. Только один вопрос, я не помню, куда ты дел Лидию. Я, кстати, тоже не помню, Дзефирь, куда ее дел. Интересный вопрос. То ли она погибла, то ли мы ее сказали, тише отсюда. По-моему, я ее отпустил. Или она умерла. Но тогда сундук не получишь. В конце можно будет его отдать в обмен на книги. Но тогда сундук не получишь. Если я отдам его в обмен на книги, я не получу какой-то там сундук? Кстати, игра идет крайне негромко. Гони его в шею. Блин. По-моему, ты убил. Я убил. Да ладно. О. Ага. А ты думал. Сейчас сделаем группу погромче.
Так, тут она нормально. Сделаем ее вот здесь погромче. Надеюсь, так будет нормально. Вас не видит. Я испарился. Меня заметили. Мне нужно отсюда выбраться. Зачем я только сюда пришел? Тебе не нужна моя помощь? До встречи. Ну, пока. Я не знаю, почему диалог закрылся, я наверное, что-то нашел. Прекрати, слышь. Вот ты где. Больше их нет. Да ты темный джедай, я смотрю. Прямо одним выстрелом молнии грохнул. Слушай, там еще один. Давай, мочи. Покажи. Покажи свою силу. Ты куда собрался? Волк не там. Алло. А ты думал. Мазила. Фу, позорище, как ты мог? Да, с теткой договоришься. Кажется, она стала управителем в доме в Вайтране. Я ничего не помню, ну ладно. Я думаю, когда мы к этому месту доберемся, мы точно это выясним. Либо ее мочишь с ним, или без него, и все забираешь. Отлично, слышно. Отлично, прекрасно. Ну что, ты пойдешь со мной, братан, нет? Не нужно. Зачем я только сюда пришел? Дурак, наверное, не знаю, зачем сюда пришел. Волки, что у вас тут в карманах? У одного шкура, у второго тоже только шкура. Ну ладно. Ты что со мной-то ходишь? Я ж тебя продам нафиг. Сыр. Так, а вот это нам может пригодиться. А, новый уровень, кстати, да. Вкачаться надо. Магия. Здоровье, запас сил. Здоровье. Да. Так, что я хотел сделать? Кузнечное дело, тяжелая броня, блокирование. Одноручное. Что у нас здесь есть? Двойной вихрь. Атаки с двух рук на 20% быстрее. Мечник. Удар мечом с вероятностью 10% наносит критический урон. Наверное, это надо прокачать. Сильная рука. Или это? Наверное, это, да. Мурмяу. Теперь мы царапаемся куда сильнее. О, эльфийский шлем. Не. Нам такого не надо. Конечно, нам всем нужно отсюда выбраться. Ты думал? Умник. Корзины нет. Крепость Фэнглоу. Пойдем-ка обратно. Ну-ка, живи там, слышь, не умирай. Так, здесь кто есть, я слышу. Вас не видит. Ты кто меня заметил? Ты что ли меня палишь? Козел. Короче, он не хочет сники-пики лайк. Он хочет rushing in. Слушай, это он что ли шумел? Толбанавт. Ходит как слон, блин. Честное слово. В мантии мертвого. Точно! Спасибо. Пойдем глянем, что у него в карманах завалялось. Я и зарезал и забыл про него. Маг-ученик. Бойцовая рыбка. Кстати, мы ее ни разу не пробовали. Маги восстанавливаются. Ну, возьмем это одеяние. Может быть, продадим. Когда-нибудь. Что ты на меня так смотришь? Выживать-то как-то надо. Ага. Бойся меня. Бойся. Бойся. Опаньки, у меня тут тренинг. Сейчас, мне кажется, будет ожесточенная битва. Как инвентарь вызывается? На Б. Мы немного передохнем, а затем перейдем к заклинаниям массового разрушения. Так, идите передыхайте. Слышь, не пали меня. Карманная кража. Плохой себе напарник. Сам делись с ними тогда. Его гнать надо было. Ну вот, не знаю, я что-то, видимо, нажал неправильно. Хотел быть бунтарем, но его бунтари его обули. Вампиров палят. Чё ты на меня уставился? Не мешайся тут. О-о! Ничего, иди сам воюй. Давай. Дерись!
Как мужик? Давай, давай, юрись. Смотри, у него кусок льда в голове. О! Парень минусовался. О, у него одеяние, кстати, подороже будет. Я это заберу, спасибо. Но точно не здесь. Да, это пустяк. Я сейчас замерзну насмерть. Зелье. Здоровье. Это выпьем. Лечение. Да. Зелье силы. Сопротивляйся огню. Хождение по воде. Запаса силы. Микстура силы. Зелье магии. Все, что хочешь есть, только не то, что надо. Магия. Слабо неприятие электричества. Слабо яд бешенства. Нанесем-ка мы его. Что, мне кажется, вряд ли он сработает. Эликсир меткости. Яд обморожения. Наверное, вот это. Нравится? Минусовался. Так, я бы подлечился маленько бы. Прямо сейчас. Бесплатно и без регистрации. Где у меня зелье есть? Слышь, хорош. Хорош лечиться, завязывай. Вот так вот, получи. На, нафиг. И все. Так, а у тебя? Сопротивление электричеству. Пойдет. Так, где-то тут еще один должен валяться, по идее. Блин, ну вот куча мала, блин. Как мне теперь вас осматривать? Да блин, вы смешались в одну кучу. Хрен с вами. Все, помер чувак. Да, хрен с ним, наверное, да? Или перезагрузиться, сделать так, чтобы он был живой. Мне он так-то нафиг не нужен. Играем, как играем. То есть, если ему суждено было погибнуть в этом сражении, пускай будет дохлым. Так что здесь? Легенда о Красном Орле. Автор Трейдан Дрен, архивариус Винтерхольда. История эта была написана воспоминанием Кларисы Вьян. Вот и почитали. Вот и хватит нас. Найти меч Красного... Да ладно. Я возьму туда эту книжку. Какой-то красный меч надо искать. Какого-то орла. Хорошо, не Орландо Блума. Вы что, офигели, что ли, совсем? Смотри, на чем они тренировались. На вампирах. Ублюдки. Ну, прах мы его заберем. Чтоб добро не пропадало зря. Подлинная Борензия. Песнь о Пеленале. Так, это там что лежит-то снизу? Мешок какой-то. Большой мешок. Не такой уж он и большой. Просто мешок. Так, здесь что у нас завалялось? Черная стрела. Танец в огне. Сыр, кстати. Сыр хорошо восполняет здоровье. Мономиф. Мономиф. В Мундусе конфликт и неравенство несут изменения, а изменения – самое священное из 11 сил. Чё-то горло пересохло совсем. Пардонище. Красный меч Орландо Блума? Да! Как звучит, да? Пошлинг. Красный меч Орландо Блума. Так, а что здесь? О-о-о, я, кажется, пришел. Я, пожалуй, для начала, ребятки, сохранюсь, наверное.
Некромонгеры долбаны. Микроинсульты ходячие. Будь здоров, не кашляй. Спасибо, Тихири. Качаем мою скрытность. Эй, есть что? А, 4 золота. Спасибо. Если убить некроморфов вот этих вот, или кто они там, то, по сути, скелеты должны попадать. Ведь пока жив хозяин, вызвавший к восстанию из мертвых скелетонского ублюдка, и скелетоны живы. Да и скелет не особо опасен. У него щит появился. О, да, детка. Хорош. Никакой пощады. What the hell? Почему ты жив? Минус один. Мазила. Куда ты целишься? Я здесь. Так, мне кажется, сейчас мне люлей сзади дадут. О, да. Получай. Такие изи вообще. Один удар этим мечом вообще без напряга. И он разваливается. Во, аметист. Железный слиток. Кстати, а эти стрелы, по-моему, нам нужны. Вроде бы как. Так, чего тут еще? О! Предплечье такое качается. А внутри меч и щит. Предплечье. Или где там? О, гранат. Very good. Горстка пепла. Сгорел на работе. А ты чё? Зелье сопротивления огню и рецепт яд. Ладно, спасибо. 9 монеток пойдет. Чем вы тут занимались? Кажется, это одна из первых книг. Том заклинаний «Оживление зомби». О, теперь мы сможем тоже оживлять своих зомби-бомби. Так, грамотно наложение печати. Так, рецепт яд надо почитать. Что пишет? Яд нездоровья, хвост злокрыса и маленькие рога. Маленькие такие рога. Совсем малютки. Причиндалы, красный меч, Блума. Беда прям сегодня какая-то. Нормально все, враги. Все окей. Я могу рассказать, как делать зелье за 1400 золота. А кому потом его продавать? Так-то хорошо. Сколько оно будет стоить при продаже? Обалдеть. Небось, когда в кармане оно там 2 рубля будет стоить. Ну, 2 мегасиптема. Или как? Что здесь за валюта? Так, это у меня есть. Оживление зомби. О, да. Теперь мы можем оживить зомби. Не, книги только у нее будут. Ну вот. Я уж понадеялся. Так, что здесь? Ха. С ловушкой? Не, просто сундук. Пойдет. Аргонянский доклад. Книга 3. Ме, что там про наркотики было? Куда? Вернись. Нет, обратно. Сквозняк. Чиро ге... Да, вернись. Гемулуса, переправлявшего наркотики. Наркотики он переправлял. Охренел совсем, что ли? Данмер из Скайрима. Просто бывает, откроешь книжечку и прокачаешь что-нибудь себе. Карюльки. Видимо, тут ничего интересного. Ладно, двигаем дальше. О, чувствую, мы подошли к порогу, так сказать. Думаю, надо сделать fast save. 13 уровень. А в Dark Souls мы быстро добрались до 13 уровня. Еще быстрее, чем здесь. Пришел в город, купил зелье, продал бутылек. Бизнес. Жалко, здесь нельзя открывать свой магазин. Так, что это?
О, кошелек с монетами. 22 монетки. Туда выставить, короче, на прилавок все эти зелья. И пускай все покупают их. О, Вульпегла, здравствуй. Как твои дела? Так, прокрадусь я или нет? Или меня спалят сейчас? Ой, собака-балабака-то у него, тут смотрите, какая призрачная. А чё ты насторожился-то? Сейчас мы со спины так. Колдун-новичок. Минус один. А! Питомец! А ну прекрати! Слышь! На! Не ждал! Вот и все. Вот зато у него были рога, ему рога наставили. Фига он тут забрызгался вообще. Что за люди нынче пошли? Золото, сиродийский лопохвост. Вот этого мы тоже не пробовали. Тарак светлячка, это мы ели уже. Не будем больше пробовать. Кстати, питомец-то вон лежит. Какой-то полупрозрачный полутруп. Не знаю, что это такое. Дело отлично. О, это хорошо, когда дело отлично. Это просто замечательно. Всегда бы так. Всем. И побольше. Когда ты входишь в Обливион, Обливион входит в тебя. Какая-то фраза знакомая. Я это заберу. Кстати, камни. Это мы заберем. Это мало ли этот чувак, которого мы сейчас зарубили последний, еще с того света вернется. Не хватало еще. Деревянная дверь. Опаньки. Услышала, что ли? Что это было? Ничего здесь не было. Не выдумывай. Что я? Что? Нет, стой. А, я такой меткий. Да встань же ты с ног, с колена, твою бабулю. А, этот развалился. Она, короче, его воскресила. Как раз то, о чем я и говорил. Переястрева. Поморозила меня маленько. Зарубил ее, а этот бросился на нас следом. И такой, в воздухе умер. Так, как-то на средних сложностях проходил. Темное братство так перерезал по одному. Да, это вообще классно. Я обожаю темное братство. Так, заходишь со спины красиво, с прокачанной там этой скрытностью и убийством, вот этот, ножом. Вообще классно. Тоже проходил так. Это хвост злокрыса. Кстати, мы не пробовали его ни разу. Надо бы заживать. Все-таки как-никак кот у нас, персонаж. Мя. Надо бы захавать. Крысятинки-то. Где у нас тут? Бойцовая рыбка. Урон здоровью. Фу, невкусная рыбка. А жареная злокрысья кожа. Восстановление запаса сил. Отлично. Морского желудь нет. Перья ястреба. Исцеление болезней. Полезная штука. Сиродических лопатохвост. Урон запаса сил. Что-то рыба какая-то невкусная. Вроде кот должен есть рыбу, ему должно быть хорошо от этого. А мы едим рыбу, и нам плохо становится. Так, и хвост злокрыса. Повреждение регенерации запаса сил. Фу, гадость. Наелся всего сразу. Грибы я, по-моему, пробовали. Так что нет. Там фраза про бездну была. В общем, то одно и то же. Бездну. Не, в смысле, их самих таких. Самих перебил. Молодец какой. Так, что это? Корзина. Пшеница. Пшеницу мы пробовали. Где она? Да, восстановление энергии, чего там, здоровья. Пшенки захавал такой. Да, найс. Nice. So tasty. Тыква, а мы тыкву пробовали? Не помните? А ее здесь и нет.
Где тыква-то? Она не ингредиент, она пища просто. Отварная говядина у меня есть. Йоу! Одна единица здоровья. Целая тыква. Чего так мало весит? Главное, что у нас есть сладкий рулет. Это все, что нам нужно. Так что нам завалялось. Печеный картофель. Возьмем. Я вот это заберу. Вот это мне пригодится. Зелье лечения. Куда же мы без него? Так, а дальше-то куда? Смотрю, целая куча дверей. Что за дверь? Нужен ключ подземелья. А ключа у меня нет? А, вам нужен ключ. Ладно. Вот всегда, так куда ты захочешь пройти, сразу ключ давай. Она в пище. Спасибо. Крыска и крабья клешня лечит болезни и добавляет здоровье. Блин, вы вообще прокачанные по Скайриму. Молодцы. Ё-моё. Ну нафиг. Вот эти спринганы, или как их там, огненные хрени, они, когда умирают, они взрываются. Очень больно взрываются. Огненная атронах. А теперь бежать. Беги! Беги, мать твою! Да. Хотя бы так. Но мы сбежали. Это было неприятно вообще-то. Не делай так больше. Огненная соль. Very good. Thank you. Атронахи. Я все время забываю, как их зовут. Я запомнил, с какой части игры, то ли с Карима, то ли с Обливина, вот эти вот спринганы или спрингины, и вот они ведь вот эти вот женского, так сказать, образа, демонические создания, у меня теперь все время называются спринганы, спрингины, вот эти вот, вот таким вот образом. Все время забываю, как по-нормальному их называть надо. Я точно помню, что здесь довольно опасное место. И жопу надирать здесь будут по полной программе. Привет! Получай. Кия! О! Хорош! О! Нифига себе! Минус один. Ура! Ледяной маг, ученик, прощай. Я как этот... Энакин, юнглингов фигачу. Что это было? По-моему, у главной игры... Вот эти голоса женские, они... Нет, иди, иди, иди. Да-да-да. В Alien Isolation у женских персонажей были такие же голоса, по-моему. Так, где там твоя напарница? Или кто там еще кричал? Вон она. Он ложится спать, смотрите. Попробую подкрасться, короче, и в кровати что тоже можно резать, вроде бы как. Ну-ка, не спеша, тихо мы подойдем. Типа без палева постараемся. Карманная кража. Нет, без анимации, к сожалению. По-моему, там что-то надо прокачивать. Спринган — это деревья. Да, я помню, просто путаю всегда. Лаванда, горная лаванда. На-на-на-на. Что это? Орехи в меду. Как это можно не взять? Выкуп за Зарика. Зелье помидор. Нет. Золотой жерелье с бриллиантом. 1200 доберем, да. Но они тут неплохо жили, шиковали. Мифы Шиагората. О-о-о. Как называется? Мимофонус. Шиагорат изобретает музыку. В начале дней, во времена, когда мир был еще юн, Шиагорат решил побродить среди смертных. Он принял облик джентльмена. Джентльмен, с тростью и пошел от одного места к другому, никем не узнаваемый. Через 11 дней и ночей Шиагорат решил, что жизнь среди смертных еще скучнее, чем его иномирное существование. Что я могу сделать, чтобы их жизнь стала более интересной? Подумал он. И в это время молодая женщина неподалеку с тоской прошептала: «Какие прекрасные звуки умеют издавать птицы!»
Шагарат молча согласился с ней. Смертные не могли издавать такие прекрасные и вдохновляющие звуки, как птицы. Их голоса были жалкими и блеклыми. Он не мог изменить природу смертных, ибо это было в видении других принцев Даэдра. Однако он мог... Я не умею читать. Однако он мог дать им инструменты, что могли рождать прекрасные звуки. Шагарат взял недовольную женщину и разорвал ее на части. А что он должен еще сделать, да? Порвать ее на части. Из ее сухожилий он сделал лютни. Из черепа и предплечья сделал барабан. Да, барабан из черепа и предплечья. Молодец, всегда так делай. Это же так логично. Из ее костей он сделал флейты. Он вручил эти дары смертным, и так родилась музыка. Да. Псих долбанный. Шагарат и король Леандир. Короче, я думаю, пока хватит. Я заберу эту книжку, мы почитаем как-нибудь в другой раз. Принц нищих. Ме. Не хочу читать про принца нищих. Что это? Вересковое сердце. Что-то знакомое. По-моему, тут какие-то психи вырывали себе сердце, ставили себе внутрь грудную клетку вересковое сердце, за счет этого жили и обладали какими-то способностями. Вроде бы так. Если я не ошибаюсь. А, я, кажется, понимаю, что это за место. Это сортир. Вот дела. Желтая книга загадок. Ну что ж, может ли Настромов загадки, интересно? Ладно, с вами отлично, я спатненький. Всем красивых снов. Дихири. Ну давай, спасибо, что заходила. Тебе тоже приятных снов, там, чтобы высыпалась по полной программе и побатониться как следует. Давай. Счастливо, спасибо, что заходила. А демонические это суккубы еще есть. Да ладно, сколько тут вообще всех этих мразей? Пона развелось. К черту загадки. Не будем позориться. Что вот завалялось здесь, нет? Не, ладно. Так, мы тебя не обыскивали, да? Крохотный камень души, том заклинаний мужества. Ну-ка. Том заклинания мужества. Да, теперь я могу быть мужественней. Такой мяу, мур. Более мужественный катакин. Нет, тут суккубов нету. Слава богу, не хотел бы я встретиться с какими-то там суккубами. Нам пока и атронахов, астронахов и астронавтов хватает. О, сыр! У нас странный кот, который любит сыр. Кто этот звук издает? Кто здесь? Дверь закрыта на засов с другой стороны. Ублюдки. Запираются еще с другой стороны. Так, здесь у них лаборатория. Наковальни всякие. Ладно. Сейчас мы глянем, что у вас тут завалялось. Полезть. О, камень Борензии. Отлично. Так, из дракона лаванда. Горная лаванда. Да. Фарта кузнеца, испорченная книга. Нет, мне нужен крохотный камень душ и маленький камень душ. Спасибо. Что это? Слиток ртутной руды. Она нам нужна вообще, ртутная руда, или нет? Я знаю точно, если эту херню с собой таскать в реальной жизни, то можно отравиться. Все-таки ртуть — это жидкий металл, который при каком-то температуре переходит в жидкое состояние, агрегатное. Так что и он довольно-таки быстро испаряется. Дышать парами ртути очень опасно. Так, платяной шкаф. Какое платье прекрасное. А спринганы, по сути, Greenpeace активист. Слушай, да. Мочишь этих. Костяная мука. Костяная мука. Нападаешь на животных. Они рядом с животных и защищают животных, по сути. Все правильно. Это я топ или кто-то здесь ходит, кроме меня? Я знаю, что здесь кто-то должен сидеть на стульчике. Он так улыбается, смотри на него. Такой.
Вам всем попотонимся как следует. Хорошо, Дзихири, попотонимся от души. Куда? Хорош! Колдун-новичок. Ты зарублен насмерть. Куда ты пошел? Ну вернись. Я с тобой еще не закончил. Да. Хорош, завязывай. Не сегодня. Пчела. У него была в кармане пчела. Вы узнали свойство восстановления запаса сил. Так, это мы, наверное, оставим. Это нам не нужно. О-о-о. Весь меч в крови. Так, у нас осталось 13 минуток. Так что готовьтесь, если что, сейчас мы скоро закругляться будем. Морально. Чтобы не расстраивались. По-моему, здесь какой-то... Здесь, по-моему, очень редкую книгу какую-то вроде бы можно найти на полках, по-моему. Или просто какую-то книгу из разряда про аргнянских дев и все такое. Все ведь в курсе, да, что это за книжки? Ух ты, лютый гриб. По-моему, мы пробовали этот лютый гриб, он нам не понравился, он очень невкусный. Так, свет свечи. У них всех одно и то же заклинание. О! Посох обморожения. Идет со мной. Что тут читал? Предлагаемое коварство. О-о-о. Very good, very good. Так, а ты что читал? Дух Нирна. Так, все это забираем, отлично. Так, спустя книга «Войны за Этерий». Следует у руины Арнгтаймза. Ладно, я заберу тогда эту книжку, раз надо по ней квест какой-то выполнять. Мало ли. Кучу во что-то не будем въезжать, а вся инфа в книжке. Обидно будет ее здесь оставить тогда. Так, это что такое? О, да ладно, это же... Это вино. Я думал, это какой-то эликсир силы, типа того, такая большая бутылка. Это батон, я думал, это мешок с деньгами. Я истинный каджит. Везде вижу золото и деньги. Такс, такс. Чё-то я ничего найти здесь не могу. Столько испорченных книг. Что за библиотекари такие упоротые? Опаньки, а чё такое? Искры. Ну-ка, где искры? А мы уже знаем искры. Хорошо. Ну и не очень-то и хотелось. А в морке еще и автора встречаешь. В морке автора? Это ж хорошо. Автора книги аргнянская, это похотливая аргнянка. Обалдеть, и что он говорит? Как он себя ведет, интересно? Блин. Не рассказывай, Браги, нет. Я хочу сам с ним столкнуться как-нибудь. Так, отсюда я пришел? Да. Сюда мы пришли. Значит, нам куда-то вот сюда. Так, мне кажется, здесь кто-то должен быть. 100%. Аргнянская дева. Печки, батоны. Так, в этих покоях никого нет. Всего 9 монет хранить в этом, блин, сундуке? Это ненормально. Три на тарелке? Нет, мне нужен печеный картофель, спасибо. Come and get me, bitch. Конечно, это опасно. Опаньки, кто-то здесь дрыхнет. А можно сейчас что-то им в карман подложить? Вот я карман на краже. Я хочу... О, кстати, ключик-то.
То, что надо. Положить это в карманы им, и этим их либо убить, либо отравить. Такое есть возможность, Браги, ты не подскажешь? Может, я могу бросить ему типа зелье вот, обморожения, и он типа должен обморозиться маленько, нет? Или какую-нибудь невкусную пищу ему бросить, и он тут же, то есть, типа, накормил его. Можно? Надо попробовать. Ну-ка. Сейчас зелье ему забросим. Нет, не так. А как тогда? Отдать. Держи. Он не решил, не... как и в Fallout, но нужна... Ясно, все понятно. Он даже не проснулся. Слышь, давай, давай. О, фига, он брейкдаун зафигачил. Нормально такой. Вух, развернулся. Это что такое? Болотный стручок? Фига себе. Это что за болочный, говорю, болотный стручок такой. Сопротивление электричеству. Нормально. Вересковое сердце. Восстановление магии. Так, ползучая лоза. Сейчас будет больно, мне кажется. Нет, восстановление магии. Слушай, прекрасно. Ух, я же джедаем стал. Молнии из рук посыпались. Ну чё, подеремся? Ты чё, на меня не видишь, что ли? А теперь бежать, 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 бежать. Nice. Very good. We did it. Так, где должна быть огненная соль? Дай мне ее. Она мне пригодится. Спасибо. Опаньки. Ключ-то от крепости Фелглоу открывает эти двери. Прекрасно. Так, что у вас тут завалялось? Целый. О, батоны. По батонице можно. О, да ладно, у них есть собственный сладкий рулет. Я не могу уйти без него. Не могу. Нам он пригодится, кстати, вот эти ягодки. Виноград Джазби. Очень редкий, насколько я знаю, в Скайриме. Что это? Святилище Джулианаса. Ну, поехали. Выцели нас их болезни, другие благословения сняты, добавлено благословение Джулианаса. Что он нам дает? Благословение. Так, таланты, активные эффекты. Повышение навыков разрушения, одиночное оружие, блокирование, повышение магии. Не знаю, что здесь прибавилось. Дай фикс. Навыки, блин, нужны. Под 100. Я-то хотел просто подложить. 100 кусок идарского сыра разберем. Мне кажется, кто-то взорвался. Ел, ел и взорвался. Так, чьи-то покои. О, сейчас начнется вскрытие замков. Не. У меня всего 12-13 отмычек. Ё, что так мало-то? Черт. Не, на геймпаде, конечно, классно вот это все сделано. Играешь и чувствуешь, что ты играешь, а не просто бегаешь и рубишься, как на клавиатуре. На клавиатуре я реально не чувствую игры абсолютно. Не те ощущения, не те впечатления. Какое-то скучное. Играть даже не хочется. А геймпад реально дарит тебе... О, дарит тебе новое видение игры, новые ощущения. А если еще врубить тактильную отдачу обратно. Так, нам это нужно? Нет, не нужно. То всякие удары, шаги, все вот это вот как бы вибро вот этими вот позывами геймпад отвечает всегда. Это очень круто. Так, ой-ой-ой-ой-ой, грибов-то у них сколько здесь? Они, я понял, что они такие психи долбаные, они грибами обдолбались. И вообще, офига, она со временем остывает совсем и становится как полупрозрачная. Слушай, прикольно. Классно. Так, куда эта дверь ведет? Что она стояла здесь около двери? Все, я понял, куда эта дверь ведет. Я, наверное, вернусь обратно и посмотрю сзади. Либо не вернусь. У нас стрим не такой долгоиграющий. Ладно, сейф. И пойдем наверх, глянем, что здесь. Да, все, мы сейчас придем к этой тетке. Либо мы ее убьем, либо мы сдохнем. Что тут валялось? Ледяной шип.
один раз броситься ледяным шипом и промазать. А здесь что? Ну-ка, ледяной шип еще один. Прекрасно. Это как бы, знаешь, оно на полке стоит и здесь такое намекает. Готовься. Готовь свой зад, чувак. Сейчас будет очень больно. Ну, погнали. Так вот, кто вломился в мой дом и уничтожил мою работу. Приятно познакомиться. Кто ты? Имена больше не важны. Можешь звать меня вызывающая. Итак, зачем тебе потребовалось устраивать такой разгром? Мне книжки мои нужны. Так ты из подручных Арина. Нет. Это печально. Сама ты печальная. Ты подаешь надежды. Еще какие? Приходишь сюда, убиваешь моих ассистентов, мешаешь в работе. Меня это весьма огорчило, поэтому я тебе вряд ли что-то дам. Мне пофигу, я заберу их. Можно взять эти книги, пожалуйста? Давай попробуем договориться, никуда я без них не пойду. Как это видеть? Давай попробуем договориться. Да как ты смеешь? В смысле? В смысле, как я смею? Слушай, вызывающая. Куда? Ну вернись. Так, мне нехорошо, надо подлечиться. Выпить целую кучу всякого разного. Вот это. Вот это. Сопротивление огню, наверное, магии. Да. Огню. Электричеству. Все выпьем. Вот это. Где эта мразь? Ах ты ж мразь, иди ко мне. Перестань. Ах ты свалила. Куда ты свалила? Так, надо подлечиться снова. Я забыл, как бегать на геймпаде, честно. Я не помню эту кнопку. Так, я там морожение. Нанесем, да. Стрелы, стрелы. Так, а где лечение-то у меня? Здоровья, кстати, немного. Надо быть поаккуратнее. Хватит меня замедлять! То что гадость такая. Что-то вообще мне плохо. Сейчас, кажется, я отъеду. Силы. Мне нужны силы. 25 единиц всего, да ладно. Крепкое зелье запаса сил. Так где ты? Да вернись! Хорош лечиться. Не смей лечиться. Пожалуйста. Умри. Спасибо. А ты умирать будешь? Слава тебе, Господи. Мы ее одолели. Да! С горем пополам. Шиворот на выворот, а мы ее одолели. Спасибо. Это мое. Да. Раз. Вам это вообще не нужно. Вызывающе. Она реально была вела себя очень вызывающе, честно. Я тогда бру ее точно не привел. Ну, слез. Вернуть книжки. И куда мы выйдем этой дорогой? Вау! Найс! Смотри, как ништяков здесь. Сундукевич. Орочи, боевой топор, электричество, золот, камень душ, рубин, сыромятный щит малого блокирования и имперский лук трусости. Взял в руки и струсил. Буфет. Камень душ. Все, вот это. Миска нет, не нужно. Спасибо. Королева волчица. Не знаю. Не знаю я такого. Так, что в сумке? Нет, это не сумка. Кошель, да. Отмычка. Сколько камня душ? Зачем они мне? Ладно, может пригодятся когда-нибудь. Так, и где я? Я понял, кажется. Да. Вот это была заблокирована дверь. Ну ладно. Мы, наверное, здесь сейчас тормознем. И на сегодня, наверное, будем закругляться, прощаться. И всякое такое. Рабочий стол? Да. Всем спасибо, кто приходил. Был рад с вами потуситься, пообщаться. И посмотреть всякую хрень на стриме. Да.
В общем, на следующем стриме ждите всяких плюшек, штучек. Попробуем ввести, попробуем врубить систему лояльности от стримлапсов. Поэтому введем, еще какую-нибудь фигню добавим, не знаю, посмотрим. Чего-нибудь придумаем, чего-нибудь добавим. Так, все, давайте, всем хороших выходных. И не болейте, время сейчас такое. Давайте, Дэймон, Вурпекула, Браги. Всем вам тоже удачки. Все, всем пока.